Это Венера. 29 мая 2018 год, Харьков. Венера на закате. 21-22. Красотища. Поехали к полнолунию. Одну запись уже сделал. Сейчас для подстраховочки вторую. Чуть темнее уже. Чуть ярче видно полнолуние. И даже не столько запись полнолуния меня впечатлила. Полнолуние, сейчас еще раз скажу. Луна сейчас практически в апогее. Апогея будет через 3 дня, то есть на наиболее удаленном расстоянии от Земли за этот цикл. 400 тысяч километров. Но мне больше понравилось, как Юпитер сейчас выглядит со своими галилеевыми спутниками. Небо довольно чистое, в общем-то, здесь настолько чистого неба я сюда и выперся после смены, вместо того, чтобы массу давить. Вон он наш красавец. Как классно видны были только что галилеевы спутники. Даже комары пытаются посмотреть, зараза. Увеличение 200-кратное, так что дергаться все будет крепенько. А, вон они, я их уже вижу. Бережем глаза. Сейчас. Сейчас мы его нащупаем. Уж больно видимость хорошая, не хочется упускать момента. Не столько полнолуния, сколько галилеевые спутники поснимали. Так. Как я только что выяснил и благополучно забыл, идут они в такой последовательности, что ты не сфокусируешься никак, а? Давай как-то серьезнее к делу относиться, то было светлее, то лучше. О! Значит, слева нижний это Калиста, да, Европа, Калиста. В общем, либо Калиста, либо Европа. Я думаю, предыдущую запись тоже выложу обязательно, можно и там будет посмотреть. Потом Юпитер и идет дальше Ио и Ганимед. По-моему, просто красотища запредельная. 666 миллионов километров до этой красотищи. Суеверных нет. Вон еще звездочка какая-то затесалась, красавица. Это все красавица, господи. Позволяет нам японская техника. Так
такую красотищу мыльницей снимать. Ветерок поднимается, дрожание пошло. О, ну а что, даже треногу. Чуть-чуть пошевелит ветер, и уже на слишком большое увеличение. Ладно, еще раз луну. И будем баиньки. Куда ж ты? March 29, 2018, Харьков. Двадцать 1:29 по Киеву. Да, и ветер поднимается. Полнолуние. Красивый закат, красивый.